Здорово. Небольшой утренний подрубчик. Перестаю удивляться с этого лимита. Слишком много легких денег. Очень много ошибок делают ребята. Да, всем здорово. Я думаю, немножко, часика-полтора поиграю. Может, что-то интересное обсудим. Может быть, нет. Кстати, забавная ситуация. Ну как ситуация? Практика забавная. Я сейчас практикую голодание 42 часа без еды, без воды. Вот получается, мне осталось часов, наверное, 6. Ну, то есть уже 36 часов прошло. Это еще 6 часов. Ну, в принципе, терпимо. Только немножко пить хочется. А так в целом норм. Ощущения прикольные. Тут против неадеквата уже, наверное, по второй паре чек-пуш просто. Чел просто неадекватный. Немножко. А ты у него не можешь выиграть. Потому что так раздали. Но это нормально. У нас Алтай горный. Немножко
немножко посмотрим. Конечно, немножко я не по плану, все-таки был план пойти на тройки-пятерки. Две тройки играл, но вывел 500 баксов. И сейчас нужно опять пару дней единички погриндить. Ну что-то я застрял здесь. Во-первых, играю мало очень. Во-вторых, даже когда поиграю, чуть-чуть выиграю, ставлю в конце месяца на вывод. Оставляю баксов 150. И опять приходится несколько дней единички играть. Конечно, это, ну, не очень хорошо с точки зрения эффективной затрат времени. Наверное, лучше уже играть там стабильно пятерки, оставлять себе там какую-то 1000 баксов на счете, да? Просто нет смысла играть, например, бакс, если у тебя доллар в час выше. Там на третьем, на пятом лимите. Но у меня часто бывает альтернатива или вообще не играть, или посидеть там, поиграть на баксе с веселыми ребятами, которые просто тебе отдают фишки. Понятно, бывает, когда они снизу там выигрывают много раз подряд. Ну, вот, ничего страшного в этом нет. Я думаю, сейчас все-таки 100 боинов набьем для третьего лимита и пойдем на бакс. Ой, на трешке. То есть 300 баксов набьем. Пойдем все-таки плотно тройки играть на топ-1 ЛБ. Здесь я, кстати, с дамой 7 не уверен, но, наверное, пуш. Фолдэк ведь и есть, мы с баттоном. Ну, раздача очень много забавных раздач. Причем прикол в том, что именно реги этого лимита, которые играют много, долго, мультитейблят, ну, такую фигню творят. Я, конечно, бывает, фигню творю по настроению, но... Не знаю, я бы каких-то вещей, которые делают они, никогда бы не сделал. Ну там чел сидит на ББ и колет просто open push с баттона на дама 10 разномастные. Просто 15 ББ, одна из первых раздач. Просто чел колет open push, вот сегодня там с утра играл. Дама 10 О. Ну вот я, ладно, фиш может и на 6-5 раз заколить. Я про рега. Ну условного рега лимита, да? У которого даже там процент первых мест неплохой. Там all-time призовые тоже сумма там. Там 50 тысяч плюс. Ну это прикольно. Не знаю, не стал тут пушить. Хотя можно было пушить. Хочется получить кол там от какой-то там совпадения, да? Так что я думаю, немножко поиграем. Кстати, я вот что-то последнее время прям еще подсел на медитации. Я практиковал раньше, но там-то
бывало, пропускал дни. А сейчас прям стараюсь там с утра, вечером. Вообще кайф. Настоятельно рекомендую. Ну и в целом, если говорить там про такие вещи, да, там нет никакого смысла переживать или париться по поводу особенно покера, переездов, там не переездов, даунстриков. Можно подмечать интересные раздачи, какие-то интересные раны. Даже в даунстрике можно там приколоться с того, что там раз там 10 раз подряд с королями проиграл. Ну, переживать по этому поводу вообще нет никакого смысла. Ну, логически. Поэтому ставьте себе цель не совершать ошибок. Все будет хорошо. Ну вот, чел. Чел, рек. Он борт 2-5 дама. Радугой. Дон ковербет пушит. 6 ББ. В банке 2 ББ. Он дон ковербет пушит 6 ББ. В лимпоте. В хедзапе. На борде 2-5 дама радугой. То есть он мне не дает даже камбет поставить. Это же бестолковая игра. И чел играет вроде на этом лимите давно, несколько столов там. Это ж ужас. Здесь, кстати, я думаю, мне с валет 6 можно чек-пуш по терну сыграть. Несколько причин. Могу их объяснить. Во-первых, у меня кикер неплохой, я могу получить колод шестерки слабее. Во-вторых, там много дров. Я не хочу бесплатно давать, вот, реализоваться этим дровам. Вот лучше вот так, да, я сверху поехал, там 70 с чем-то процентов. И вот чел заколил по терну, bad call сыграл, поехал снизу. Бля, префлоп 6 валет, просто вот пушит 6 валет на 7 ББ. Хотя рука неплохо колом играется, ловит 3 аута. То есть руки, которые лучше играть через кола, зачем-то пушат. Ну ладно. Ну короче, то есть когда чел с дровами, с гадшотами ставит плот на терн, надо заставлять его иногда за это платить. Потому что... Например, тут специфика лимита, что многие не доблифовывают ривер. То есть он за 3 ББ по терну, 3 четвертых пота, посмотрит ривер, не дойдет checking behind. То есть, тем более там король хай у него есть какой-то shadow value. Несмотря на то, что он, скорее всего, не понимает, что это такое. Вот, поэтому иногда вот по терну лучше в таких ребят чекпушить.
Хотя здесь семеркой value было, да? Могли добрать тусхай за лимпленного как раз стройки. Наверное, доехать в семерку и чекнуть — это глупо. Надо было еще какую-то там треть ставить. Чекнул быстро, и мне что-то это не понравилось. Ну, короче, value там точно было. Короче, не важно, кто выиграл в раздаче, абсолютно не важно. Главное, как ты сыграл. Вот. Запомните это, и тогда вам не будут страшные переезды. Просто они будут за фокусом вашего внимания. То есть вещи поважнее, на которых можно сосредоточиться, да, чем какая-то проигранная раздача или какой-то переезд. Но всегда можно задавать себе вопрос, мог бы ли я здесь сыграть по-другому. Такой интересный сайз с тройками, 3.5, чуть больше. Потому что постфлоп не хочется с двойками играть, ну и просто open пушить с SB25BB тоже как-то не хочется, да? Рисковать стеком в 25BB. Против фиолетового можно пушить, потому что ты там туз-2 можешь кол увидеть. Причем еще забавные ситуации бывают. Вот сегодня замечал за несколькими игроками. Может, устают играть просто. Ну, короче, сидит чел, играет тайтл. В X10, вроде какой-то множитель. В хедзапе мы уже. Причем у него стек там на пару ББ больше. Ну, казалось бы, да, там особо ничего не давит. Там скидывает, иногда там рейзит, забирает. То есть такая игра, и потом просто ни с того ни с сего. В глубине 13 ББ, там у меня 11, у него 13, просто берет, open пушит, 4-9 разномастные. Просто 4-9 open push. Не лимб, да, там, казалось бы, можно было полимпить. Просто пуш. У меня там туз-10, я кол и выиграл. Думаешь, ну, не знаю, вроде человек адекватным казался. Вот какие-то вот такие непонятные для меня действия. Ну, тут у меня совпадение с 3-дро, флеш-дро. Там, конечно, на 5-8 стрит слопа не ожидаешь, ведь, но ну, кулер бывает, да, там в твой допер с флопа раздают человеку там на какую-то рандомную руку стрит с флопа. Ничего там страшного нет, я имею в виду проиграть такую раздачу. Можно было пассивно, я мог по-другому сыграть. Я мог потерну, просто вколить второй баррель. У меня очень много эквити. Ну просто я хотел выбить какие-то его дрова, типа 5x руки, выбить четверку, шестерку, да. Потому что тоже вот здесь какая-то интересная ситуация, что на этом лимите почему-то в чек
начинают ставить третьи, четвертые пары, не понимая, что у них есть шедек какой-то, да, и просто начинает, ты чекаешь, он в тебя там третью, четвертую пару, два барреля ставит. Ну а так можно было там просто мне чек-кол сыграть, по реверу не доехать, просто чек-пас. Ну, как бы не ошибка иногда пассивно дро играть. Тоже вот валет 8 можно было просто выкинуть при флоп, да, потому что вот минрейс пас, так не хочется играть в таких ситуациях. Наверное, просто можно было выкинуть. В общем, не ошибка на этом лимите сильно не исполнять и просто даже иногда там почек-фолдить. Дождаться ситуации, да? Не обязательно тут, если оп чекает, не обязательно идти там в него ставить. Тут фиши чек-колят бывает. Тут просто он что-то... У него рейс с баттона 95%. Он, кажется, ни одной не пропустил. Ни одного баттона не пропустил. Тут я решил в него для разнообразия такой блеф 3 бет пуш сыграть с король 8. Рука вроде неплохо для этого подходит. Поддавить на его диапазон рейза. Еще здесь, я заметил, фиши любят любые одномастные карты. Они не знают, что вероятность флеша на одномастную карту собрать меньше 1% вероятности. Ну вот просто open пушишь там туз икса с СБ в ББ, у тебя 3-9 одномастный кол. Прикольно. Ой, тут, конечно, с 2-9 кол был, 0-2 ББ. Надо было 0-2 ББ добавить. Там вы скорее почекали. Да, полярно он ставит, как будто даже не вольта, типа даму за слоплейну. Можно, конечно, там и дрова не доехавшие придумать, но слишком как бы овербет платить фишу. Типа ловкичить его. Не обязательно занятие на этом лимите. Сейчас опять буду 3-бет пушить туз 6. У парня явно проблемы с рейзом с баттона.
Ну, он, ребята, овербеты колят на дележку. Так что все тут нормально. С полем. Даже без позиции тут 6, я все-таки, видите, не 3-bet пуш играю, да? А иногда могу просто подколить. Рука постфлоп хорошо играется, конечно, поэтому... Несмотря на то, что позиции не будет, можно колом сыграть. Дома 10 я бы колил уже. Блин, не повезло. Ну, не знаю, может, ошибка. Ну, просто он очень активно с СБ пушил. Нарвались на руку неприятно. Не знаю, может, надо было в равных стеках, да, на бабле. Все-таки 2 призовых и 7 давления. Может, все-таки это ошибка колить с дома 10. Ну, по пушфолду точно это кол. Тут с учетом 2 призовых, наверное, не точно кол. Понятно, что в такой глубине рука СБ в ББ колется, но... Наверное, я заколил даже больше потому, что он в меня уже 3-й или 4-й раз подряд пушил с СБ. Там и десятки слабее можно увидеть, и коннекторы. Ну, сейчас мне, конечно, кол не очень нравится. Казалось бы, что он там рейзит десятку, но тузов у нас тут, у нас с ним обоих тут нет, да? В такой глубине. Ну почему бы десятку вопросов позиции не поколить, когда у меня всего 6 ББ? Не понимаю этих фишей. Да, ФД, но... Не обязательно рейзить десяткой. В позиции. Наверное, я агрессивно сыграв комбо-дро. Но если бы он поставил камбет, я бы сразу чек-пуш сыграл. Тут придется мне доблифовать, потому что у него есть руки форматы король 10, король 9. Ну, нормально. В принципе, я еще отскочил. Он мог сыграть камбет, я бы запушил, он бы вторую пару скорее не выкинул. То есть, в принципе, я, наверное, вылетал бы. Комбо-дро такой скам. Никогда не закрывается. Ну, нормально. Чел вторую пару с хорошим кикером не поставил камбэт. На дровяном борде. Интересно. Заподконтролил. Мне нравится от него игра. Ну вот это Limp Fold против 4 ББ, это уже что-то... Ну, зачем в такой глубине мусор лимпить? Уже пушфолдный.
король 9, легкий. Легкая игра, и кол, и пуш. Тут можно было король валет чекнуть behind, но через бет легче играть. Вот, сейчас на рогатшот будем чекать. Тузы, он может тут чек-пуш по дерну сыграть. У меня все-таки есть эквити. Ну да, восьмерку бы я выбивал, но... Неприятный, конечно, три аута при флоп. Дама хорошая карта была для второго барреля, хотя у него дам, по идее, больше при флоп, но постфлоп на туз XX он там даму не должен тащить. То есть, в принципе, можно было там по даме второй баррель поставить с гадшотом, да. Но у него часто будут туз XX слабые, которые он не выкинет, и потерну может чекпуш сыграть. Я вроде с гадшотом, да, имея даже, может быть, какие-то ауты на короля. Возможно, король живой аут. Плюс десятка, ну... Хочется иногда рир посмотреть. Потому что, условно, он там может чек-пуш по терну и с дровами сыграть. Там ФД лежало. Иногда тут даже конбетный флоп, иногда я буду его на туз хай тащить на ШД. Ну, он чел дефает 7-9, потерну усиливается до ОСД и не пробетит меня. Хотя мог поставить терн и потом доблифовать ривера и забрал бы. То есть он не понимает, что на 7-9 у него ШД там нет, и он даже не пытается какие-то оверкарты повыбивать, даже по риверу. Хотя мог бы. Не знаю, 60 будет интересная ситуация, если сейчас парень бы выкинул, я думал, пушить или не пушить. И, наверное, бы запушил. Даже, ну что за сайз конбета? Борт 2-3 валет радугой. Ну какие 3 ББ? Ну чел, ну вот блин, вот у фишей этих бестолковых полурегов даже, ну... Ну проблемы просто с сайзом конбета. Ну это какая-то элементарная вещь. Ну разномастный борт. Ну зачем ты ставишь 3 ББ на сухой борт? С вальтом, не с вальтом. Не важно. Вообще не понимаю, сколько просто лепит полбанка. Почему, что, как, вообще. Просто полбанка.
попали в короля, а донгбет в двоих. Ну, кстати, может быть, донгбет не самый плохой. Я тоже иногда в двоих могу топ-пару подонгбетить в лимпоте уже, то есть, грубо говоря, раздача нестандартна, да, из-за лимпа с баттона. И не хочется на таком борде стоп-пары давать какие-то бесплатные карты. Тут мне уже приходится король 4 пушить. Но руки не заходят, а стэк тайт, я самый короткий. Фига себе, даже снизу могу выиграть. Здесь нет смысла по вальту много ставить. Может, у него, да, 4х рука он выкинет. Но может, у него какая-то пятерка рандомная или тройка, с которой он донбет поставил. Здесь лучше пуш. Дров очень много. Не факт, что он, если с дровами донгает, он их доблифует. Может тут какая-нибудь скари-карта выйти, если он там с дамой донгает, да? И он там чек-пас сыграет. А так фиш потерный, он готов ехать. И с дамой, и с тузом. Лучше и с дровами. Дрова никогда он не выкинет. Поэтому лучше ехать потерным. Здесь можно подконтролить, можно ставить, но очень много тернов нам не понравится, потому что все-таки шестерка низкая. Вторая пара, да? И поэтому я там, наверное, все-таки за ставку. Тут не очень приятная ситуация. Он мог чек-пуш дрова сыграть у нас. Ну, колик мы с восьмеркой без кикера там не можем. Вот здесь уже вторую пару можно почекать, потому что, ну, мы не боимся многих тернов, да? То есть ситуация разная. Где-то у нас вторая пара шестерка была, да? И здесь, где вторая пара валет. Чекол я буду играть. Чел может просто отложенный конбет в два чека ставить на любой рандомной руке. Ну и легкий чек пуш по риеру был бы. Но он чел просто с гадшотом поставил отложенный конбет. Чел просто король 7 кладет open push на 11 ББ в множителе. Понимаешь, что мне там короли сильней, тузы сильней. Может быть, по табличке это колы пролазит, но он всегда будет снизу там. Потому что я коннекторы не люблю пушить. В такой глубине их всегда лимпом сыграю. Но он, чел, не смотрит просто за игрой опов. За моей игрой не следит. Не пишет ноцы. Поэтому он будет всегда снизу ехать. Ну что, снизу тащишь? Нормально. Зато нам подкрутили, да, чуть-чуть? В X10. Я считаю, справедливо. Не, ну, в принципе, это нормальная тема, что ты недостаток знаний, каких-то навыков
навыков и умений в игре компенсируешь лузовыми пушами, лузовыми колами. Потому что там, если по игре шансов выиграть немного, то здесь шансы появляются. Особенно забавно реги, которые, попадая в топ-пару, в хедзап идут ее донкать в тебя в сухих бортах. Король 3 я уже буду колить. Он, парень, вообще не понимает, что 3-4 тут лучше лимпом сыграть. Просто поедет в 3 аута и в 3 аута затащит. Ну, это нормально. То есть, говорю, эти ребята столько денег на дистанции отдают. Ну, у кого-то, наверное, они выигрывают, понятно. Даже с такой, даже вот этот, ну, фиш, он в плюс может играть. Потому что поле вообще отбитое. Может быть, в его случае ему лучше, конечно, 3-4 через пуш сыграть. 8 ББ в множителе. И поехать в 3 аута. Потому что постфлоп он там вообще какой-то дичь натворит. Так что, ну, разные стратегии уместны. Даже с такой игрой, я уверен, тут, ну, можно в плюс играть. Ну, еще важно переключать скорость. Вот я иногда могу вообще просто брать и начинать играть очень пассивно. А могу начинать играть агрессивнее, да? То есть, ну, вот, чтобы подстроиться было сложнее, нужно просто иногда переключать скорости. Иногда я прям могу там взять какую-то 15-минутку и поуверфолдить даже то, что там близко к границе пушфолда. Чел 6-9, open пушит с баттона и выигрывает. Красавчик. Вот. Это спонсоры на этом лимите. Понятно, что иногда они будут выигрывать. 6, ну, 6-9. Ладно, какая-нибудь красивая. Не знаю, обычно фиши любят одномастные, красивые руки. Тут 6-9 разномастные. Нетипично. Not typical. But okay. Чел короли играет open push.
Просто короли open push. Красавчик. Сейчас бы в 2024-м open пушить с баттона королей. Сильно сыграно. Причем вот, ну, на тройках понятно, что вот таких меньше ребят, которые 6-9 пушат на 15 ББ с баттона в двоих. Но тройки все равно не сильно отличаются уровнем игры. Тут, несмотря на то, что купили ШД, ну, наверное, ближе к пасу. Что чел может на борде 2-2 туз чеколить? Ну, король иксов много, да? Будет ли он там какие-то дама 10 чеколить и потом будет потить в чек? Наверное, с какой-то частотой можно здесь колить. Все-таки у рандомного фиша там, ну, может быть все что угодно. И залимпленный туз с СБ слабый, разномастный, который по логике должен просто в all-in лететь. Кстати, пить очень хочется сильно. Сложно все-таки без воды много часов подряд. Вот получается, сегодня в 15.00 по Москве будет ровно 42 часа без еды и воды. Я вот тут практикую интервальное голодание. Еда вообще пофиг, но честно. А вот, ну, то есть не сильно прям, ну, чтобы там сильно хотелось есть, такого нет. Ну, вообще терпимо. А вот воды хотелось бы попить, потому что я обычно много воды пью. Ну, все равно вам рекомендую попробовать. Просто посмотреть, как ваше тело на это отреагирует. Такой небольшой эксперимент, но он очень легкий. У всех большие внутренние запасы. Поверьте, там за полтора дня ничего с вами не случится. Как раз интересно вот психологически поработать с этим. То есть как у вас, ваш мозг будет вам говорить там: давай, иди поешь, иди попей. Прикольно за этим со стороны наблюдать. Ну, то есть увеличивать степень контроля и осознанности, так сказать, степень контроля своего тела, мозга. Ну, то есть, ну, не тупо выполнять его, так сказать, инстинктивные желания, а как-то влиять на это и... Ну, делать то, чтобы он там тебя слушался, а не ты его. Не знаю, мне очень понравилось. Я говорю, я уже вот каждый понедельник это делал, но это у меня было все время с водой. Вообще незаметно проходил. Без воды, конечно, сложнее.
Ну вот, чел, ну это ж пипец. Ну как он может 2 баррели ставить в борт 9-9 валет и выкидывать на алын? Ну то есть, ну смысл в чем? Оставляя себе 3 ББ. То есть борт дровяной, я могу в него потерну ФД запихать, могу в него кинь дама 10 запихать потерну. Ну какой смысл? Что он там? Ну ладно, он по флопу поставил, то 2 ББ смысла, наверное, в этом немного, полбанка ставить там без позиции. Очень странные розыгрыши. Ну, словно, ну, то есть, просто ставим. Зачем, что, как, почему, просто ставим. Прикольно. Что подлагивать немножко, может, ну, столов немного играем, всего 9 столов играю, не 12, не 15, да, потому что на стриме, но и из-за потока подлагивает, когда много столов открываешь, поэтому играю всего 9, но чуть все равно лагает. Здесь всегда в sit-out min-raise делать надо с рукой, потому что вот этот парень может подумать, что ты, ну, стилишь, да, и в тебя там лузовый 3-bet push поставить с королем слабее, с коннекторами, потому что, типа, ты стилишь sit-out. Здесь я даже не надеюсь совпадение выбить, то, что я по тузу ставлю, просто не хочется, тут очень много рук, которые по риверу доедут. Не хочется ему бесплатную карту давать, я вот к чему. Ну и плюс, если вдруг у него все-таки кажется мелкое совпадение, ну или даже добрать с дров каких-то, может он почеколит дрова, да, там какие-то гадшоты. То есть может даже с королем там value есть. Ну и если заплатит, может быть, там ривер чек-чек, да? Чтоб он не в два чека ривер в тебя не воткнул на блефе. И тебя с король хай тяжелое решение. Абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Все верно. Не, конечно, там медитация, интервальное голодание, это все прикольно, там спорт. Вот дисциплины бы мне немножко добавить в плане количества игры, потому что, говорю, я там бывает 5 дней в месяц сыграю, и все. На челленджи свои же забиваю, пытаюсь их открывать, чтобы как-то мотивировать себя. Ну, вообще легко на них забиваю. Постараюсь в марте все-таки поиграть поплотнее на тройках. Хотя бы на тройках. Да, здорово. Спасибо за удачу тебе тоже. Ну, сейчас, говорю, дойдем до 300 и закрепимся на тройках. Не буду выводить. Потому что тут мы вроде вот дошли. Там у меня банкрот был почти 700. Я 500 вывел. Я оставил столько, чтобы опять пойти поиграть бакс. Хотя в прошлый раз мы со 153-ки играли. Ну, пуш с тузами, чтобы полярно смотрелось. Понятно, что даму он не фолдит. Ну, скорее будет пас. Какие-то короликсы, тузыксы там тоже, наверное, есть. Хотя, что, он лимпил с баттона и колил мой за лейт. Ну, какие-то короликсы. Может быть, 10 валет, да? Какие-то гадшоты по флопу. 9-10, 10 валет.
лет 9. Может быть, потерну нужно было ставить еще, чтобы он... Ну, просто фиши часто не доехали в свои гадшоты и сдаются. Ну, я просто почекал, думал, может, он сам захочет поставить. С чем-то. То есть для баланса того же, потому что я аж не буду только со слабой рукой играть канбет и потом чек. То есть я в эту линию добавляю сильные руки. Или вот, например, я здесь и залейдил, и пошел чек-колить. То есть я же не буду, например, поставил бы я и залейдил туз король, и пошел бы чекать. Ну, короче, баланс. Вот чел мне в итоге по третьей паре положил на какие-то туз король, туз дама, отбил. А если бы я по флопу поставил канбет, он бы просто выкинул. Несмотря на то, что дровяной борт. А многие реги без баланса просто вот попали в топ-сет. А, вижу флешдропа флопу, боюсь, ставлю конвет, забираю банк. Не проиграл, уже хорошо. Ну, короче, надо стараться баланса добавить в игру. Да, на этом лимите, возможно, это не критично. Но если ты никогда с рукой там не после конвета не уходишь в чек, то когда ты просто будешь, тебя будут часто флуатить. Ну, то есть ты поставил конбет, они что-то протащат, и потом в твой чек будут просто у тебя стилить банки, выбивая твои оверкарты всякие. Поднадоели, конечно, эти мошенники. Прикольно с ними разговаривать, но все равно не понимаю, что за люди. Вот как психологический человек может мириться с тем, что он этим занимается? Не знаю. Мне этого не понять. Ну, то есть человек как-то живет, наверное, какой-то обычной жизнью. Делать эти звонки. Тут, возможно, это ведется, хотя я не знаю. Наверное, может быть... Очень низкий процент населения на это может повестись. Ну, мне вот интересно, сами люди, которые этим занимаются, как они с этим живут. То есть, какие у них должны быть моральные, так сказать, устои, да, чтобы вот этой херней заниматься. Сложно понять. Ну это ж просто полный бред, да, когда
Тебе звонят и говорят, что срок действия твоей сим-карты подходит к концу. Будете продлевать или нет? Думаешь, блин, ну... Даже иногда интересно, что они будут рассказывать. Там говоришь, да, буду продлевать. Не знаю, вот каждый такой звонок сразу там потом в черный лист, да, ну просто чтобы не мешали, не названивали, время твое не занимали. Их все равно ж потом звонят. То есть им своего времени не жалко, то есть, ну, они ж могут, наверное, какую-то базу вести, там. Если человек явно им по телефону дает понять, что они конченые, да, без негатива. Хотя, не, наверное, для этих ребят с негативом. Ну и что он понимает, что это все фигня. Они же должны, наверное, какой-то там, какие-то отметки ставить. Какой смысл им мне звонить опять через месяц? Не понимаю этой фигни. Непродуктивно они людей обманывают. И еще как-то с этим живут. Срок действия, срок карты подходит. Срок действия сим-карты подходит к концу. Жестко. Он, чел, попал в топ-пару. Просто донг-бэт под. Ну а чё, с СБ попал в топ-пару. Нормально. Он, чел, полурек. Я еще думал, что он тут выкинуть может что-то. Ну просто я к тому, что на дровяных бордах от реги этого лимита могут сыграть чек-рейс и выкинуть на пуш. На дровяных бордах, скоординированных. То есть думаешь, ну вот что у человека в голове при этом, да? Просто рандомно вот сделаю сейчас чек-рейс. Борд с флэш-дро, со стрит-дро. В чек-рейс может прилететь просто пуш с дровами. Нифига, играем блеф чек-рейс и на пуш выкидываем. Причем выкидываем там какие-то 5 или 6 ББ. Вообще не понимаю, что у людей в голове. Ну, прикольно. Что они так играют, конечно. Ну, для меня. А с этими телефонами мошенниками вообще, честно, ну, непонятно. Непонятно вообще, как люди могут на такое повестись. Ну ладно, и даже если люди какие-то поведутся, ну, не совсем понятно, как вот эти мошенники с этим живут. Ну, с тем, что там они кого-то обманывают, у кого-то деньги забирают. Ну, вообще им норм с этим. Вот это тяжело понять. Чел колет open push на 15 ББ с 9 валет разномастными. И чудом монетку еще попадает. Причем колет он на ББ сидит, колет с пуш с баттона. Здесь, кстати, можно попробовать забрать. У меня все-таки полублев гадшот есть. Ауты, наверное, десятку на даму. И я хочу тут выбивать король хай туз хай. Это не та ситуация, где я даму на ШД тащить хочу. Не, ну ладно, пятерки, ну дама 6 откуда? Тут, наверное, ну, у меня комбо-дро. Давайте пушнем, ладно. Просто, может быть, мы какую-то семерку-восьмерку выбьем алыном. Ну, а так, по той же логике, можно было, конечно, колить и по риверу сдаваться, оставляя себе 5 ББ на раскрутку.
Тоже не ошибка. То есть иногда можно через кол сыграть, иногда можно пушить. Ну, чел активный, он там может второй баррель ставить и какой-нибудь по второй, по третьей паре. И против такого, возможно, даже фолдек идти какой-то есть. Ну, иногда ж мы должны с комбо-дро в полублеф потерну пушить. Парней, которые лузово баррелят. Ну, можно, говорю, можно вообще пассивно играть через кол. Не доехал, сдался. Иногда, ну, не ошибка это будет. Здесь гадшота можно было поставить в чек. Давайте, может быть, в два чека попробуем украсть. Бля, чел играет минрейс, кол 15 ББ, 7-8. Еще чудом выигрывает. Ну просто этот 3x открывается в хедзапе. Этот 3x открывается в хедзапе. Ну тупорылый же, без негатива. И сейчас просто на король хай меня заколет, да? Да, просто... Как же я их читаю? Просто чел 3x открывается король 9, просто ставит на низком борде на король хай без ранни раннер. У него ж не было вроде флешовой карты, если король нечаровый был. И просто по король хай колет пуш. Я все-таки надеялся иногда вот какого-нибудь такого случайного король хай выбивать. Ну, плюс у меня там что, три дама-дама, если там у него какая-нибудь тройка случайно. У меня все-таки 6 аутов живых есть. А если есть фолдек, ведь да еще и 6 аутов, то, может быть, этот пуш был не в минус. Ну, я не уверен. Ну, просто воткнул король валет. Жестко мы его переехали. Без позиции я иногда, не всегда, но иногда такие руки просто пушу. А с какой-то частотой сыграю минрейс. С какой-то вообще лимп сыграю. Три восемь. Красиво. По флопу сколько у него было? Процента 3? Или 2.5? Забавно. А давайте выкину для разнообразия дама 8. Хотя вообще надо было колить. Ну, то есть вообще это кол.
Просто пуш, не буду изолить. Десятки. Парни решают с баттонов полимпить. Здесь ставлю маленькую, на тот случай, вдруг у него восьмерка. С восьмеркой он должен резить в такой бет. Ну и плюс, если у него там какая-нибудь девятка-десятка, он, наверное, заколет все-таки такой маленький бет. Тут пора ему по динамике в мой лимп лузово пушнуть. Да, конечно, кулернули жестко. Что-то сегодня, на удивление, мне, так как же говорили, дистанция все вернет, да? Потому что в множителях меня калечили пару дней назад жестко. Сейчас я в три аута уже несколько раз выиграл. Тут по флопу колем. По терну, по бланковому, наверное, будем пушить. Надо плотно ставить, потому что там очень много дров. Повезет, конечно, если там будет 8x рука без ФД. И здесь я ставлю вдвоих побольше, чтобы по терну all-in пролез. Творческая линия, чек-кол, донг, и выкинул, остав все 3,5 ББ. Сильный парень. Давайте девятки подлимпим. Он тут очень много в глубине 7 ББ пихнет в лимп. Дама 5, король 2, валет 8, 6-8 вот решил пихнуть. Хотя в позиции чекает ты свои 6-8. В множителе и дереализовывая эти свои руки на халяву. Нет, 6-8. Блеф пуш в лимп. Зачем? Когда у меня диапазон лимпа, ну, в принципе, неплохо защищен. Так, ну чё, почти полтора часа стримим, нифига себе. Давайте здесь начнем ставить с ОСД. А, может, какие-нибудь дама 3 выбьем. Да и слабых королей можем выбить, да? Дама иксы там у него есть, 7x руки есть. Ну, короче, не знаю, годится ли тут валет хай на ШД. Но я предпочитаю поставить, наверное, все-таки вот не очень много, потому что я пустые руки должен выбивать небольшой ставкой. Ну, там, скорее всего, девятка, а восьмерка, да. Ну, совпадение я не пытался выбить. Какую-то дама X, король X мы должны были выбивать. Но тоже не всегда это нужно делать. Иногда валет годится для ШД. Конечно, такое. Стройка кол не обязательный. У оппонента 3 ББ он тут любой терн должен пушить. Не уверен, что мы тут до ШД дойдем. Я удивлен. Я бы на его месте тут по даме пушил. Потому что королей там у меня нет. Девятку я по флопу бы в него, скорее всего, чек пушил. То есть я какую-то тройку протащил или что-то типа того. Так, не, короче, я считаю, что нужно потихоньку закругляться. Немножко планировал прям подрубить стрим на чуть-чуть.
Ой, мискликнул кол, нажал, а? Жестко. Пойдем туда блефовать. Да, мискликнул. Из-за этого еще 1.7 бб проиграл. Но я вообще выкидывал. Но чел тоже, то если он донкает в двоих с вальтом, почему ты просто по терну не поставишь алын? На дровяном борде 5-6-7 с ФД. Как они катают вообще по какому-то своему внутреннему рандомайзеру непонятному? Максимально кривые линии. Максимально рандомные руки. Донг бета двоих, потом чек кол, потом донг по риверу, блин, вообще чё? Что за линия? Конечно, можно под нее придумать руку, что он донкал в двоих какую-то третью пару или вторую. По терну он усилился до допера и пошел его чекать на борде с ФД. Потом решил по терну донг пуш поставить. То есть, ну, можно придумать руку всегда. Но не факт, что попадешь. Че он тут с 3-8? Давайте посмотрим, как он тут с 3-8 сыграл. А. То есть чел с 3-8 разномастными на префлопе сыграл 3 бет и потом чек-чек-чек и даже по королю не стал ставить. Бля, парень вообще отбитый. Ну правда, ну какие 3-8, 3 бет? Королю-то он мог поставить. В теории. А давайте тут просто пуш сыграем. Шестерку он не выкинет. 5x руку он может не выкинуть. А, ну понятно, да. Справедливо. Трипс по терну против топ-пары. Это нормально. Я бы там все равно не отскочил. А, хотя по такой по риверу по такому мог. Я мог поставить по терну полбанк, он бы вколил, да, и по риверу донг пуш сыграл, я бы выкинул. Да, могли отскочить там. Ну, то есть меньше бы проиграли чуть-чуть. Но если по терну он чек пуш сыграл, я бы не выкинул никогда. Максимально творческий лимит, максимально творческие ребята. Ну, 10 валет правильный, потому что я тут по-другому не мог сыграть. Мог сыграть через лимп против фиша, да, попытаться побольше попостфлопить. Ну, пуш нормальный, с учетом того, что у нас с ним паритет по фишкам. Другой фиш бигстэк, и я должен на ББ этого давить. Я думаю, небольшая ошибка с СБ запушить 10 валет, 10 ББ. Ну тут максимум можно придумать руку, с которой мы добираем, это дама хай. С дамы хай добрать вот как-нибудь так вот по чуть-чуть. Thank you.
Сегодня днем еще, днем и ночью поиграю уже, наверное, тройки, не буду 300 баксов ждать. Скорее всего, или бакс до 300. Не, наверное, все-таки 100 бейнов лимита. Это и так 100 бейнов лимита немного, да? Наверное, все-таки до 100 бейнов лимита доиграю. И потом пойду плотненько тройки играть. Сейчас нужно, мне кажется, вот прям плотничком март погриндить. Я не знаю, буду ли я на март челлендж делать. Все мои последние челленджи я просто на них забил. Есть ли в этом смысл? Ну, какая-то раздача денег получается. Давайте наглый лимп свалит 6. Хотя можно было пушить. Хотя 7 ББ, ну такое. Равные стеки. Наверное, можно через лимп, если дают полимпить. На 1 ББ успели у него украсть. Некрасиво, некрасиво, но сляви. Сейчас Селена нас за этот 1 ББ накажет. Соус, типа дай мне соус. Соус так пишется, я просто не знаю. Или это что-то другое. Хотелось с валет 5 сыграть блеф и залейт, но давайте мы сейчас поиграем в пассивный бабушкин покер. Выиграем эту x5, постараемся. Если, как обычно, не кулернут не в нашу сторону. Ну, парень такой, вроде, активный. Что-то там изолит. Канбет у него около 100. Там, блин, канбетит. Вроде буковка Е, но плюс-минус адекватно играет. Здесь у меня один вопрос, как мне все фишки инвестировать в банк. Наверное, вот так. По риверу all-in влезает. Влезает. В такую ставку он тут чек-пуш может сыграть с какой-нибудь семеркой. Дрова я не боюсь. Хоть 2 ФД, но все равно. В такой глубине я их не боюсь. Со стритом слопа. Наоборот, на такой сайз он может потернуть какие-нибудь дрова чек-пушем сыграть. Ну, лимп